Всем большой привет! Сегодня воскресенье, 2 июня. Мы с Вероничкой собрались на работу. У меня сегодня две записи. Сначала будет приятельница. Ходили вместе в детский сад. Вероничкин друг. Его мама будет делать педикюр. Так, вот сейчас скоро встретимся. Они, кстати, наши соседи живут в соседнем доме. Вместе встретимся и пойдем на работу. А потом у меня будет вечером вторая клиентка. Она приходила ко мне уже, отзыв писала на Авито, делала педикюр без покрытия, а сегодня придет уже на коррекцию ногтей на руках. Так что вот так. У нас духота невозможна. Кстати, пришла моя вытяжка. Но сегодня я ее забрать не смогу. Потому что почта сегодня не работает. Как жалко. Так что заберу только завтра. Тогда уже сниму обзор. Все, встретимся на работе. Ну, поскольку Дмитрий уже взрослый мужчина, я уверена, что он умеет готовить. И причем... Можно сделать шуточное соглашение? Да. Все, приятельница ушла. Сделали только пальчики на ногах. Забрала Веронику. Они, наши дети дружат. Я уже говорила. Все, они пошли гулять. У нас такой гром опять гремит. А я ни зонтик не взяла, ничего. В общем, сейчас жду клиентку на маникюр. Пришел мне мой новый держатель. Теперь попробую работу снять. Вот с таким держателем. Надеюсь, не будет трястись. Потому что держатель у меня закреплен на стеллаже, а не на лампе настольной. В общем, сегодня первый раз сниму и посмотрим. Повторюсь, вытяжка моя пришла. Завтра заберу ее и сниму обзор на нее. Да, тоже снять и покрасить. Я поняла, в плане форма, цвет, длина. Как можно короче, форма такая же. Как можно короче, это у нас вот сколько отросло, да, примерно? Ну, можно даже чуть побольше, еще, если возможно. В общем, чтобы длины не было. Да, так. Да, да. Ага. Ну, а цвет выберите, да? Без дизайна? А, вот здесь, да? Все, спасибо. Да, без дизайна. Вот, которая вот эта вот первая, не это. Вот. Там сразу и цвет, и укрепление, а остальное все там цветники. Ага, хорошо. Вы что обычно делаете? Или по-разному? Да, как настроение, да? Не, просто некоторые... Я только нюд делаю, например. Или я только там красный делаю. Нет, у меня нет такого. Угу. Есть клиентка одна, она делает всегда... Она говорит, я всю жизнь делаю только красный. Только красный. Не надоедает. Нет, я спрашиваю, не надоедает, она говорит, нет. Приветики. 3 июня уже. Сегодня не очень громко буду говорить, потому что я не одна. В общем, я на работе. Помыла инструменты уже. Поменяла Оптимакс. Поставила комплект на стерилизацию. Переоделась. Я пришла вся мокрая. На улице духота невозможная. Пекло прям. Не буду тянуть кота за хвост. Сейчас буду вместе с вами раскрывать мою долгожданную вытяжку. Здесь должна быть не просто вытяжка, а со встроенным аппаратом из Китая. Заказывала на Озоне ее из Китая. Пришла, кстати, раньше срока.
должна была с 5 по 12 июня, а пришла 1 июня вечером. Но я увидела поздно сообщение, мы были в игровой комнате, выпускной отмечали. Было уже поздно, я, короче, не знаю, уже почта закрыта, а в воскресенье почта выходной. Поэтому забрала только сейчас. Сейчас шла по жаре, еще коробку эту несла. Запарилась, невозможно. Так, сейчас там на Авито начали писать мне девушка. Я же брала продвижение опять в 5 раз больше просмотров. Вот записалась девушка на завтра. И самое главное, знаете, всем после 5 нужно. И сейчас девушка хочет записаться на педикюр после 5. Сейчас я ей отвечу и будем раскрывать вместе коробку. В общем, пока на Авито потенциальная клиентка думает. Она спросила, а можно по цене уточнить? У меня прайс, 2 фотографии с прайсом расписаны полностью. И все равно спрашивают цену. Ну, вот я ей цену написала, сколько у вас педикюр без покрытия полный. Но я цену ей написала, пока тишина. Так, ладно. У меня должна быть еще сегодня коррекция. Поэтому нужно, хочу успеть открыть эту коробку. Пока переставлю. Так, где мои ножницы? Без лампы, без этой. Нет, что-то она мне в глаза светит, я ее выключу. О, можно было ее открыть и так нести, а я так перла. Блин, какая упаковка удобная. А я дурная, перла в этой упаковке. У меня же кабинет маленький, компактный, поэтому огромные вытяжки, которые у большинства, напольные, мне не подходят. Вытаскала маленькую, компактную. Вот такая коробка, довольно легкая, то есть нести было не тяжело. Вот я, блин, вообще дурында. Вот так вот можно было спокойно вот нести, а я вот так вот тащила под мышкой эту коробку. Так. Открываем. Не спеши ты, Света, успеешь. Так. Не спинопласт. Слушайте, наверное, все-таки, наверное, лампу надо включить, чтобы лучше видно было на столе. Сейчас я включу, сюда поставлю. Так. Так, ну что у нас здесь? Пенопласт. Уже я достала. Я, если я что-нибудь не сломаю. Ладно, не уронить ничего. Должна быть вот такая вытяжка со встроенной ручкой аппарата. Упаковано достаточно хорошо. Первый раз с Озона заказывала из Китая. Потому что на Алиэкспресс зашла, там такие же цены, как у нас. Так, смотрите, довольно мощный, приличный кабель. Блок питания.
весь в пенопласте. Так. Хорошо видно все. Так, вот инструкция. Ну, естественно, инструкция на китайском, на английском, на китайском. Будем разбираться без инструкции. Вот это вот. Которая цепляется на саму вытяжку. Хлипенькая, кстати, хлипенький пластик. Так, что у нас здесь? Сама вот эта гофра. Трубка эта. Должна быть с подсветкой. Вот тут какие-то LED-лампочки. Так. Смотрите, да. Сильно вытягивается, прям как и было заявлено. Что-то на сколько сантиметров, не помню. Гофра не падает, держится хорошо. Вот это вот, наверное, как-то вот тут цепляется. Или что это? Как? Как это? Ладно, с этим потом разберусь. Главное не уронить, чтобы она не разбилась. Теперь основное. Посмотрим. Ну, на ручку аппарата я надежд особых не питала. Ну, посмотрим. Запах, конечно, пластиковый. Смотрите, вот сюда вставляется сама эта гофра, вытяжка. А, я так понимаю, это фильтр. Вот, смотрите, это фильтр. У меня на пылесосе вертикально такой же похожий фильтр. Но фильтр довольно-таки прочный. Прям чувствуется, что качество неплохое. Не хлипкий. Внутри. Прокладка из поролона. Так, здесь фильтр. Так, вставили. Так, а где сама ручка аппарата? Вот что, без аппарата ручка должна была быть аппарата. Больше ничего нету. Только вытяжка. Я что, заказала без аппарата? На картинке была ручка нарисована. Значит, без аппарата. Там больше ничего в коробке нет. Блин, как оно так рисует картинку? Я точно 10 раз проверила, с аппаратом или без аппарата. Странно. Или сюда нужно дозаказывать отдельно. Потому что вот оно тут вставляется. Здесь можно, наверное, свою ручку вставить. Но я что-то боюсь, как бы мой стронг не сгорел, если я сюда вставлю свою ручку. Да, значит, ручка в этом, именно вот в этом комплекте, в этом товаре, значит, ручка не предусмотрена. Хотя было нарисовано и в описании написано. Я 10 раз перепроверяла. Как она тут? Как тут должно вставляться? Я что-то не пойму. А, господи, туплю. Вот. Вот подсветка. Я не ту сторону показала. Вот это вот. Ладно, это я потом ставлю. Так. Нужно теперь подсоединить. Достаточно неплохого качества, не хлипкая. Посмотрим, будет держать она направление или нет.
ручки аппарата нету. Это минус. Слушайте, смотрите, она не держит. Просто ее надо сделать покороче. Гофра, честно говоря, слабовато, да, слабовато. Да, в инструкции я прочитала, в описании идет он без ручки аппарата. Сюда можно свою воткнуть или заказать отдельно. Кстати, сейчас посмотрела цену, еще на 1000 подорожал, подешевел. Я заказывала за 7,5, сейчас можно купить за 6,5. Так, сейчас разберемся, что куда подключать. Вот сюда, понятно, ручка. А, может, а... Ну да. Так, сам кабель. Ну, обычная длина. Сейчас длиннее и не делают шнуры. Так, куда он подсоединяется? Последний. Соединяется у нас кабель. Никто мне не подскажет, где. Здесь нет такого отверстия. А куда? Ой, пока разберу. А, может, здесь открывается все-таки? Да нет, не должно тут ничего открываться. Куда вставлять? Так, ну блок питания понятно, вот сюда. А сам шнур куда? Шнур коротенький у блока питания. Так, ладно, это сюда. А, вот, все, все, вот оно, в блоке питания. Я же говорю, я в технике, как этот. Не бум-бум. Вот, сюда вставляется. Вот эта штучка. Так. Вставили. Вот здесь вот есть еще прорезь такая. А вот сюда ручка аппарата. Ну, я что-то от Стронга боюсь сюда вставлять, честно скажу. Так было бы прикольно. Может, какую-нибудь отдельную ручку заказать. Все-таки пришел без ручки. С ручкой, которые были, наверное, подорожка 12 тысяч. Вот так вот я невнимательная. Вместо прозрачки заказала молочный гель. Вместо с ручкой пылесоса заказала без ручки. Ну, а сейчас ставлю в розетку и будем включать. Ну, с Богом. Включаем. Так, здесь загорелся дисплей. Так. Блин, инструкция в телефоне, а телефон у меня на съемке. Здесь же как-то еще на аппарат. А, вот аппарат есть. Вот здесь значок. Ручка. Нарисовано. Вот здесь. Здесь вентилятор. Кнопка включения-выключения. Так, сейчас выключено. Так, включили. Оп. Оп. Он должен как-то регулироваться. О, регулирует. Три скорости. Слишком тяжелая картонка. О. Вот первая скорость. А что это у нас?
Вот, это подсветка должна быть. Подсветка. Так. Так, я что-то не вижу. Горит оно, да? Так, как оно тут включается? Что-то ничего не загорается. Должно загореться. Как? Как тут? Что надо? Что нужно сделать? Это я выключила. Ничто. Лампочки не горят. Почему? В общем, надо разбираться. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 или 13 LED-лампочек. Вот они должны загораться, но почему-то не загорается. Не знаю почему. Сосет хорошо, думаю, что будет высасывать. Почему же лампочки не загораются, я не понимаю. Так, если вставить ручку аппарата. Страшно, конечно. За свой стронг. Но интересно попробовать все-таки. Почему же лампочка-то не загорается, не понимаю. Здесь совсем другое гнездо. Абсолютно другое, поэтому от стронга я точно не вставлю. Хотя нет, слушайте, должна вставить. Сейчас попробую. Вставилась. Работает. Две. Там, как и было заявлено, две скорости. 18 тысяч. Вот первая скорость. Ну, честно сказать, слабенький. Да, слабенький. Сейчас попробую вставить фрезу. Сейчас возьму какую-нибудь фрезу для снятия. Или не для снятия, вот такой конус педикюрный. Тут как-то еще и реверс переключается, а как? Не знаю, это нужно разбираться. Тут, походу, на реверсе сейчас. Как сказать вам? Ну, ничего так. Как? Надо сообразить, как переключать реверс и форвард. Так. Это реверс. Опять реверс. А, вот. Теперь форвард. Реверс опять. Реверс, скорость больше. Потом опять еще раз нажимаешь. И форвард включается. Маленькая скорость, потом скорость побольше. Ой, короче, вот так вот. Странно, почему лампочки не загораются. Вот светится дисплей, лампочка горит, а здесь лампочки не включаются. Почему они не включаются?
Тут провод какой-то торчит. Лампочки не включаются. Почему? Может, здесь где-то должна быть какая-то кнопочка. Нету никаких кнопок. В общем, не знаю я. Почему не включается сам LED, вот этот вот светильник? Хотя написано несколько режимов тоже. Так, а что здесь вот? Девчат, как вы думаете, использовать ручку Strong на этом агрегате или лучше не рисковать? Боюсь, что если буду туда-сюда тыркать, накроется она. Так, ну я не пойму, почему лампочка не горит. С остальным вроде как разобралась. Вообще абсолютно не горит. Нету освещения совсем. Так, надо почитать инструкцию, как включить лампу. Послушайте, как у нас ругаются за окном. Вообще. Весело, короче. Открыла окно. Я когда сейчас обзор снимала, ну, распаковывала, я закрывала окно. Вот время 11 часов. Люди уже разобралась я с подсветкой. Нужно было просто повернуть вот эту часть. Вот эту вот часть. Ой, включила. Нужно было вот эту часть прокрутить. Она у меня была не закреплена. Так. Вот. Ну, без настольной лампы, конечно, не ахти, но как дополнительное освещение неплохо. Все, я разобралась. В общем, ручка аппарата на 12 ватт. Две скорости здесь на реверсе и на форварде. 18 тысяч оборотов и 35 тысяч оборотов. Но вряд ли есть такая скорость. 35 тысяч оборотов точно нет. Что могу сказать? Если по оценке от 1 до 5, скажу точно после того, как испробую ее в деле. Пока. Конечно, что будет ручка слабенькая здесь. Ну, само, ну как, сама мощность. Не ручка слабенькая, ручку я свою ставила. То, что я не ожидала, больших надежд не возлагала, что здесь будет мощный какой-то аппарат Гофра. Ну вот, повернула я ее, вроде держится. Если ее сильно выдвинуть, конечно, она не будет держать направление. Да. Ну, я брала ее для педикюра. Буду так направлять прям. И все. Как раз поставлю вот сюда. Так, а куда я буду настольную лампу ставить? Сейчас ручку аппарата я пока отсоединю. Не знаю, может отдельно купить ручку. Что-то мне жалко от стронг сюда вставлять. Каждый раз дергать ее туда-сюда, эту ручку. Так, я буду ставить на свою этажерку. А, наверное... Так.
у меня обычно лоток был с инструментами. Сейчас будет стоять вытяжка. Наверное, так проводок сюда пропущу. В общем, разберусь. Как испробую ее на педикюре, расскажу. Как раз там Савита сейчас девушка что-то написала. Сейчас прочитаю. И буду дальше разбираться. Окно открою, а то я окно закрыла. У нас тут, я показала, беседы ведут на лавочке за бутылочкой. Поэтому закрыла окно. Душно невозможно. Сейчас проветрю немного. В общем, нормально. У меня на этажерку поместилась и лампа. Но опять же я буду все туда-сюда переставлять. Если только ручку аппарата купить специально для этой вытяжки, чтобы не таскать хотя бы аппарат. А так лампу вот этого освещения вряд ли будет достаточно. Поэтому лампу нужно будет опять переставлять. Пока ничего не буду говорить, довольна я, недовольна. Скажу потом. Налила себе кофе, съела сочник. Фу, какая духота, невозможно. Я дверь закрыла, я не одна, и сквозняка нету. Еще горячего напитка попила. Вот она моя стоит, вытяжка. Смотрю на нее, и знаете, такие двоякие мысли. Ну, для маникюра вряд ли. Я брала ее для педикюра. Для маникюра вряд ли, потому что все-таки гофра вот эта вот, она неустойчивая, она не держит форму. Сейчас еще раз попробую. Вот она, видите? Вот. Оп. Когда короткая, мне, в принципе, длинная не нужна, вот я буду направлять вот прям вот на пятки, когда буду обрабатывать. Длинная мне не нужна. Так, в общем, на Авито записалась девушка на завтра на 6 часов на педикюр. Скинула адрес, спросила у меня номер телефона, скинула ей свой номер телефона, она у меня спросила, ну как, я сразу фотографию скинула. Вход, где у меня, я всем так сбрасываю фотку, чтобы было понятно. Адрес спрашивает, это на Авангарде? Я написала, между Авангардом и колледжем Вернадского. Пишет, по правой стороне. Я не знаю, люди настолько обленились, что ли, или не могут карту открыть, посмотреть, где это, по правой стороне или по левой стороне. Я написала, смотря с какой стороны идти. Одна еще тоже пишет, у меня прайс есть в объявлении на двух фотографиях. Там все подробно расписано. Маникюр, вот у меня написан. Маникюр с укреплением и покрытием гель-лак 1000-1200. Вот не спрашивают, почему 1000-1200. Спрашивают, маникюр с покрытием 1000? У меня 1000 рублей. Это если пришли вот с ногтями без покрытия. Если пришли с покрытием, это уже коррекция. Потому что я делаю всем с укреплением. Это дополнительный опил, дополнительное время. У меня и так низкий прайс. Но я ей, в общем, все расписала. Ну и все, и тишина. Так что вот так. Работала я вчера вечером вот эти молочные ноготки. Навязала я все-таки наклейку. Я говорю, что, даже наклеечку никакую не хотите? Ну, не, ну почему? Можно что-нибудь. Я ей достала свою вот эту коробочку волшебную. Она там копалась-копалась и выбрала вот эти вот наклеечки. Мальчик с девочкой, с сердечками, с половинками. В общем, симпатично получилось. Кстати, работала же я этим полиэтиленом 7-м. Перелила, который в баночку с мелким шиммером. Как удобно из баночки набирать. Это просто не передать словами. Я отработала на 20 минут быстрее. Без вот этих вот движений. Без вот этих вот движений. Без выковыривания. Все, я решила еще. В общем, я решила. Я заказала еще баночки на Валберес. Такие же по 10 мл. В общем, какие есть полигели, я все перелью в баночки. А потом мне еще придут баночки. И я буду делать замесы. Если мне не хватит, то я еще закажу баночек. Так что вот так. Опять смотрю на эту вытяжку. Так смотрится, да, симпатично, да, компактно для моего как раз маленького кабинета, ограниченное пространство.
легко управляется, да, вот сенсорный дисплей. Большего я, в принципе, не ожидала. Единственное, я думала, ручка аппарата будет. Но я, как я уже повторюсь, больших надежд на нее не возлагала. Сейчас перечитала описание. Да, вот эта модель идет без ручки аппарата. Зато сейчас дешевле, аж на 1000 рублей. Ни у кого пока таких не видела, честно говоря. Хотя бы пылесос не надо будет таскать с места на место. Может, потом закажу какую-нибудь ручку, потому что, честно говоря, от Стронга мне жалко туда-сюда тыркать, туда включать. Может быть, закажу для этой вытяжки ручку для аппарата. В принципе, для педикюра мне большая скорость не нужна. Я работаю в основном диском L. Пальцы мы и так не обрабатываем на больших скоростях. Пятки с большим диском тоже в скорости я включаю где-то половину вот на Стронге. Так получается где-то, да, 15-18 тысяч оборотов. Так что, может быть, закажу отдельно ручку аппарата и попробую, чтобы уже Стронг свой был у меня только для маникюра, а вот эта вот штуковина была только для педикюра. Ну и с лампой что-нибудь придумаем. Так, жду клиентку, должна прийти приятельница, которой вчера делали педикюр. Не знаю, во сколько, потому что ей попали в поликлинику надо. Не знаю, сказала, напишу. Муж вообще не придет, не знаю. А завтра у меня две записи. С утра постоянная клиентка с другого конца города. И вот на вечер записалась с Авито на 6 часов. Так что так, записала на завтра, потому что завтра муж будет дома. Заберет Веронику. Вероника у меня сегодня первый день в другой группе. Там детки где-то по 4-5 лет. Воспитательницу она увидела и говорит: ой, мам, я знаю эту воспитательницу. Она к нам уже приходила, она хорошая. Ну и все, в общем, с хорошим настроением пошла в группу. Посмотрим, как пройдет первый день у нее. Так что вот так. Кстати, я же показала, я вчера только немножко сняла процесс работы вот с этим, с новым держателем телефона, который я специально заказала на Озон для съемок процесса работы. Вот он, на пружине. Пружина тугая. Но если вот так вот, не дай бог, заденешь, будет долго бутыляться. То есть, когда снимаю процесс работы, лучше до него вообще не дотрагиваться никак. Тут тряска будет еще сильнее, чем была. Не знаю, я довольна или нет. Поснимаю еще, вот придет клиентка, поснимаю еще маникюр, посмотрю. Я сначала хотела заказать вот такой на струбце, ну как оно, вот это вот, который вот прикручивается. Хотела вот такой же прикручивающийся сюда заказать. Но потом увидела вот на прищепке, что-то решила, думала, зачем мне вот эту вот прикручивать на прищепке, раз, раз. В общем, посмотрим. Все нужно проверить уже в применении, потом уже говорить свои выводы. В прошлый раз я немножко сняла, потому что у меня то телефон звонил, а клиентка мне говорит: ну возьмите трубку. Да и вечер был, я не хотела много снимать. Хотела побыстрее сделать и пойти домой, потому что Вероника была с приятельницей. Не дома, поэтому особо снимать и не хотела. Так что вот так, сейчас, наверное, перелью все полигели. Ну, или насколько мне баночек хватит. Перелью все баночки и понаклею наклейки, чтобы не сидеть просто так. Так, давай сначала антисептик. Вот это ты вчера брызгала освежитель воздуха. У тебя такой? Где ты заказываешь? Я тебе потом скажу, я не тебе заказываю. А потом кое-кто на дзене смотрит. Я тебе потом скажу. Так. Насколько будем длину убирать? Ну вот как насколько отросло. Долго уже хочешь, наверное, почти 2 месяца, да? А форму будем мягкий квадрат делать, да? Прям короткий и мягкий квадрат. Ну цвет выберешь тогда. Я люблю, когда тут видишь, у тебя тоже они, видишь, отрастают и клюют. Клюют. Короче, короткий, мягкий квадрат. Надо, наверное, шнур отцепить, а то сейчас будет трясти. Еще больше, чем с прошлым у меня держателем. Думаю, не разрядится у меня телефон. Можешь пока цвет выбрать. А дизайн эти потом тебе блестки достану. Может, пока там что-нибудь поковыряться. Цвет я хочу такой светлый, как молочный. У меня разные молочные есть.
Сейчас длинно уберу, но не полностью. Остальное после отмена уберу. Видно ключу. Вчера вечером делала молочный. После тебя. Не знаю, видела ты лоб там так. За сколько брала? За дорого? 300 там с чем-то рублей на зоне. А, на Валберес, блин, по 200 с чем-то. Палочку не взяла. Вот он, последний штрих великого мастера. Ну что, должен сказать, что выглядит это все весьма впечатляюще, а? Как говорится, что нам стоит, дом построить. Что-то выбрала молочный. Сейчас блески достану. Я вам с разными хожу. У меня вчера клиентка говорит, ой, а у вас что, прям совсем разные, даже форма разная. Я говорю, да. Говорит, так меньше надоедает. Не, ну так, нет, да, не, ну так понятно. Так, наверное, только мастера хотят за месяц делать. Думаю, еще добавлюсь или определен. У меня вот тут чуть-чуть определен, у меня один цвет вышел. Также можно взять одного, чтобы другую перекрыть? Можно. Ну, просто такой, такие цвета ты хочешь. Яркие, летние какие-нибудь. Желто-зеленый. Желто-зеленый. Слышь, светофор. Давай светофор сделаем. Красный, желтый, зеленый. Нет, просто если мы не на всю будем делать, немножко, вот весь ноготь пол ногтя не занимала, там, допустим, много цветов на одном ногте не будем сочетать, а то всю молочную эту закроем. Или ты хочешь полностью, чтобы ноготь был определен, без пока молочки не видно будет. Или только по кончику, так, до середины вот так. Можно наоборот, да? Вот как у тебя, да? Ну да, можно повыше сделать. Если на весь ноготь? Ну, если на весь, тогда молочки не видно будет. Просто если яркие. Ну такие, да, да, просто. Можно сделать и пастельными. Если просто пигментами, они яркие не будут, потому что эти пигменты у меня не яркие. А если сделать гель-лаком и сверху пигментами, тогда они уже будут яркие. Ну, очень яркие. Все яркие, полностью, без молочки. Ну, ты нифига себе, у меня был за градиент на всех ногтях 200 рублей доплата. Да я шучу. Я тоже все долго делать. Нет, мне все равно. Знаешь, не понимаю, ты мне рассказываешь, я никогда так не делаю. Ну, я, кстати, смотрю, у тебя, ну, так, ногти тоже разные там постоянно. Нет, она придумывает или ты? Нет, я сама не смотрю, но у тебя достаточно много. Она, ты видишь, дома, в салоне, она говорит, у нее там много. А дома у нее там сколько, видать, клиентов. А, она в салоне работает и дома, да? Да, иду мне в салон. А в каком у нас салоне? Рядом тоже? Рядом, где-то. А дома какой-то первый клиент начали ходить, я говорю, поставила себе. Ну, думаю, у нее там сколько чудес. Понятно. А у меня там что, отдельная комната или? Ну, или просто комната? Ну, комната прям отдельная? Ну, не там игрушки детские. Видать, была детская комната, но там ни кровати, ничего нет, а видать, чисто, потому что мальчик там не ходит, как он второй или третий раз, видать, или занимается, и так. А на кончиках можно два цвета сделать, да? Нет, ну смотри, ну два, максимум три, потому что чтобы видно было сам градиент, его уже надо растянуть. Если три, это уже тоже уже пол ногтя где-то займет. Как можно вообще здесь? Можно вообще сделать все ногти разные по одному цвету и все. Вот прикольно тоже смотрится. А, или так, да. Один такой, например. Блин, сейчас. Да что ты? Где тут дырки? Можно на один ноготь, например, весь растянуть? Другие по чуть-чуть. Ну, можно, да. Ты, короче, делай как ты. А, я тебе сейчас сделаю попугая. Ладно, давай, короче, сделаем. Делай как. Все, мне кажется, если все градиенты, ты хотела же не очень яркие, а получится наоборот очень яркий. Я все так тоже хотела, что. Ну, нет, у меня, по-моему, таких нету.
Давай не на все, а по чуть-чуть. Давай мы на все сделаем немножко, а на пару ногтей прям градиент можно даже навесить. Вот такой, да? Или на один какой-нибудь. Есть красивый у меня там слайдер. Слайдеры, что такое? Ну, это вот до вчера там лазил. А, как тебе наклейка, да? Мне еще вот это нравится, будет красиво смотреть сверху. Сейчас найду эти. Ну, блин, нахуй поскочить. А, ну вот, вот, смотрите, так ее можно один сделать, такой рисунок. Где тут, тут, короче, тут, ага. Ну, я вчера их видела. А, ну, похожие, да. Спасибо, не клеится? Ну, это да, слайдер. Но это не, они не клеятся, они размачиваются. На весь ноготь, да? Ну, там, обрезается? Ну, обрезается, сделать как-то такую полосочку. Ладно, давай, начнем с линии дальше. Ну, что ж мне вот эту руку? А училась ты как, онлайн или куда сходила? Как есть там на... Онлайн я только вот после декрета. Одни по маникюру, по бровям, остальные все такие курсы живые. У меня есть на Ютубе. Я и на Дзене бы все бы выставила, но я эти влоги поудалила. Я выставила на Дзене то, что у меня осталось. Поэтому не сначала. А на Ютубе у меня вообще есть там влог, как я стала вообще мастером на Ютубе. Там ничего сложного. Надо с тобой зарегистрироваться. Молочный какой будем делать, выбрала, да? Ну там можно либо просто молочный без ничего, либо вот мелкий шиммер. Красивее сейчас смотрится. Убери, да? Да, она плохо. Без ничего, ну так хорошо. Как-то сестре делала, по-моему, в том году. Молочное, по кончику. Не помню, какого цвета градиент. Желтенький, бледненький или зелененький пигментами. А, по-моему, зелененький, салатовый. И это, и слайдер у меня вылетит. А, как этот? Клевер. Короче, на удачу. Или ногти на удачу. Ты включил какую-то тему, понятно, сериалку тут. Я YouTube включаю, потому что когда просто канал включаешь, он бывает весен. И реклама это раздражает, бывает, начинает орать рекламу. На работе-то сейчас официально, да? Угу. Да, я так понимаю. Ничего, что больничный. Вот, ничего там не говорят, что ты подолго на больничном, да? Ну, там-то не говорят, только мои сегодня не звонят, когда будет. А у меня сегодня еще пройдет. 18. Ну, я, в принципе, это не знала, но он хочет сейчас. Вот, ты никуда не собираешься уезжать? У меня скоро день рождения, я тебе пригласила. 16. Конечно, сидеть дома тоже без денег. Ну, ну понятно, я думаю, на море, что думала, уже, наверное, отпуск не буду брать. Уже какой отпуск?
просидела, да? Да, уже смысл. Уже. Ну, я хотела в июле, думала, ну, на неделе две взять. Но уже не буду брать. Уже все. А Кирилл сейчас с папой, да? Сейчас, да. Ну, он в один дом не остался. Ну что, на море поедете куда? Да поедем. В августе. На машине? Угу. Меня там уж не любит. Ему на рыбалку скажи, он соберется, поедет. Я говорю, давай на море. Он, я у тебя поэтому спрашивала, ты говорил, ты вдвоем ездили. Что пускай мой его берет на рыбалку. Ему не с кем рыбачить. Дачу продали, делать нечего на выходных. Да на дачу пахал. Забыла. Потекла. Мясистая выросла. Я... Гель стек немножко на бок. Сюда во всю руку. Мне показалось, она ушла сам. Молодец, мамочка. Прям что-то горит. Ты не сказал, зачем ты ее? Ты доставай, если горит. Да. На эту надо, на пониженную включить. Не знаю. Естественно. Ну что, Наташа, сделай для нас маму хоть одно доброе дело, хотя бы одно. Собери сейчас вот все свои вещички и засунь их в свою одну сумочку. И вали отсюда. Хорошо? Хорошо. Вот и чудненько. Палец был неровный, а гель жидкий. И жарко сейчас еще, по-моему. Поэтому тут раз истек немножко. Так быстро всю руку. Тоже пониже, но если что, так вот эта кнопка крайняя. Чтобы она постепенно нагревался. Ты мечтала о том, что его открыли. Пришел папа. Красивый, сильный, который никогда мне не дал обиду. Потом пришел развитие. Сказал, что я не называется. А вот сейчас я подарю тебя. Живого и здорового. Ты понимаешь, что все. Что это конец. И знаешь что, если бы даже вдруг мама тебя сейчас просила, то со мной это даже не пройдет порядок. Потому что ты меня на самом деле нет. Я ведь не знал, что ты родилась. Я тебя шлям. Та рука хочет залететь куда-то всегда, да? Все, мы закончили, идем домой. Не стала ничего снимать, чем работала. Потом сниму. Спешим. Мне в садик, а Насте домой тоже надо. Так что всем пока. Пока. Всем хорошего настроения. Спасибо, что заходите на канал. Мне очень приятно. Пока-пока.